Другим темам. В Курской области начали раздавать гуманитарный груз, который прибыл из Хакасии. Друг за другом в пострадавшие территории было отправлено 3 фуры. Часть посылок для мирного населения. Это продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и ухода за детьми. Вторая часть предназначена защитникам. По просьбам бойцов Народный фронт доставил строительные материалы, инструменты, лекарства, а также тактические устройства, средства радиоборьбы с беспилотниками, детекторы дронов и навигаторы. Следующая отправка планируется в октябре.